пожаловать на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгич. Чей состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Пожаловать на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгич. Чей состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Пожаловать на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгич. Чей состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Пожаловать на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгич. Чей состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Пожаловать на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгич. Чей состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Пожаловать на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгич. Чей состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Пожаловать на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгич. Чей состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Пожаловать на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгич. Чей состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Без мяча играть теперь.
Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Общий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Пожаловать на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгич. Чей состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Пожаловать на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгич. Чей состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Без мяча играть теперь. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Пожаловать на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгич. Чей состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Пожаловать на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгич. Чей состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников.